4000 химчан проголосовали за реконструкцию Центра психологической поддержки и профориентации «Луч». Здесь можно получить индивидуальную консультацию с психологом, пройти семейную психотерапию и тренинги личностного роста. С инициативой отремонтировать центр к лидерам движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» жители города обратились еще весной. Ее разместили на сайте голосования hish.online. Горожане активно проголосовали за ее реализацию. Свою важность волонтерский центр для городского округа Химки доказал в пандемию. И сейчас это очень интересное, очень важное, очень активное молодежное объединение. Я считаю, что в таком достаточно крупном, успешном, современном городском округе, как Химки, обязательно должен быть свой ресурсный центр волонтерский. Это движение объединило большое количество ребят. У них очень много планов, очень много идей. Мы их видим на всех мероприятиях. Каким будет центр психологической поддержки, решают сами волонтеры. Мы попросили волонтеров самим сделать дизайн-проект. Сегодня нам его презентовали, потому что им здесь находиться, им здесь работать. Поэтому мы решили, что как они захотят, чтобы выглядело это помещение, так оно должно выглядеть. Вот. Я хочу сказать, очень креативный проект. Вот. У нас очень молодые, талантливые, креативные молодые люди, волонтеры наши. Новый дизайн центра «Луч» будет выполнен в спокойных светлых тонах, но с яркими элементами. В главном помещении волонтеры нарисуют граффити в фирменных цветах проекта. А на стенах напишут мотивационные фразы. Например, если ты можешь об этом мечтать, ты можешь это сделать. Мы все-таки остановились, правильно Оля сказала, на голубом, красном и белом. Здесь все, вот меня вот все устраивает. Вот молодцы. Немножечко прислушались к нам, о чем я тогда говорила. Прислушались к психологу-специалисту. Браво! Молодцы. Также в центре планируют полностью обновить мебель и технику, так что после завершения ремонта в Луче будет комфортно всем. Я предлагаю.